Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту MyBitcoinTube заставил нас администратор понервничать. Но, тем не менее, друзья, вывод у нас был закрыт. И что у нас... И WinDraw адрес тоже был закрыт, было не прописать. Сегодня я зашла. Вот сейчас, некоторое время назад, вывод у нас открыли. Можно прописать вот сюда MyWallet. Друзья, прописываем, нажимаем и прописываете свой биткоин адрес. Сюда вам... Нет, сначала вы нажимаете на желтую вкладочку, вот на эту. Вам на почту приходит пин-код. Далее прописываете сюда биткоин-адрес, идете на почту, вставляете сюда пин-код, нажимаете как бы вот на эту желтую вкладочку, чтобы сохранить. У вас все сохраняется. Далее что? Идете в WinDraw. Некоторые изменения. Теперь минимальная сумма на вывод составляет $10. И вывод можно производить один раз, по-моему, в сутки. Как-то так. И максимально $500. Значит, сегодня я поставила на вывод. Значит, что еще при выводе средств? Что вы делаете? Нажимаете кэш-пин по новой. Значит, сюда нажимаете на вкладочку. Вам на почту приходит пин-код. Совсем другой. Не то, что мы сохраняли раньше. Я его меняла, как бы свой ставила. А все равно нажимаете на желтую вкладочку. Вам приходит пин-код. Далее опять идете в WinDraw баланс. Вставляете сюда сумму. Идете на почту. Вставляете сюда сумму. Пин-код, который вам придет, нажимаете подтвердить. Далее у вас страничка обновится, и вам еще придет на почту уже код подтверждения. Вставляете, тут будет графа, и этот код подтверждения будет действовать 1 час. Вставляете этот код подтверждения, как бы подтвердить. И все, у вас будет в пединге. У меня я сегодня вывела, смотрите, 9.12.2019 года, $140. У меня было чуть больше, я немножечко вот оставила денег себе на развод. Потому что надо будет платить, скорее всего, этот самый хочу продлить потом. У меня еще есть время, премиум членства. Вот, ну, $140 я вывела. Комплект. Идем на почту, друзья. Вывод пришел за считанные минуты. Вы только что вот Coinbase я выводила. Получила 0. В общем, 1 841 000. Вот так я получила. Далее идем на Coinbase. И вот моя сумма 0 плюс 0.0. 1 841 593 биткоин сатоши. Значит, в ожидании у меня еще. И число стоит. Вот оно число. Значит, 9.12.19 год. Все замечательно, все платит. Далее зайдите обязательно в группу. Официальная группа. И вот администратор дал объявление, шаги, чтобы сделать успешный запрос об уходе. И здесь читаете всю информацию. Вот. Все замечательно. Далее что? Возвращаюсь я в кабинет. Так. Ну, у меня 7-я группа по-прежнему. И еще... Как бы, я так понимаю, администрация не определилась с заработком по группам. Потому как уменьшился у нас заработок. Если я получала за одно видео раньше $1.20, это за
10 видео, $12 в сутки. Потом он уменьшил, я получала $8 за 10 видео. Потом 2 дня по $9, сегодня еще меньше. Это за 10 видео $6 у меня выходит. Вот. Но на сайте это все обговорено, так как распределяют денежные средства по группам от зависимости количества участников. Как-то так, читайте вопросы-ответы, как это работает. Все на сайте есть, изучайте проект. И вот у меня супер видео на сегодня. Вот такие 7 центов, 24, 12 и 1 по 1 центу. Но в течение дня приходит как бы еще видео, но у меня в порядком выходит за сутки вот эти супер видео от 15-20 видео. Вот на данный момент у меня заработано уже, вот это я вчера заработала, как бы мой заработок за вчера $11. И вот уже сегодня у меня $3.30 заработано. Далее я поддерживаю вот эту 7-ю группу, так или иначе. Вот. Если я раньше, когда по $12 я платила, вкладывала по ежедневно $8, это мой пригласитель ежедневно от меня, получала по 80 центов. Согласитесь, это неплохо. И маркетинг как бы тоже неплох. Теперь же вот нужно так, сколько мне будет заплатить. Сейчас буду вот проверять. Здесь все вот удалено, как бы, и все нет. Вот сейчас буду при вас делать. Мне надо, чтобы у меня было. А мне надо, чтобы было. Сейчас скажу. 360 монет. Сейчас даже проверим вот эту. Так, 7-я группа. Да, 360 тысяч у меня должно быть. Нажимаю дашборд. И вот таким вот способом я сейчас проверю. Вставлю сначала $3. Внесу. Нажимаю. Это я покупаю АД-пакеты. Так. Дашборд. $358. $4 это выходит. Сейчас еще $1. Так. И сегодня я внесу. Вот у меня $1 по умолчанию. И... Да, $361, $4. Вот у меня сумма уменьшилась, как бы списалась отсюда. И все, и теперь до завтра, а завтра уже посмотрим. Ну, так вот, такая вот, друзья, информация. Я в проекте буду до конца. Будем надеяться, что проект плавненько перетекет в 2020 год. Хотелось бы, конечно. Вот, конечно, я в проекте. И я уже буду здесь до последнего. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Проект платит. Заходим, выводим, читаем информацию без паники. В случае чего пишем, как бы сюда в группу можно писать в комментарии. Только без негатива. Все вежливо, друзья, обращайтесь, чтобы не было потом... что могут и удалить вот из группы. Вот. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!